крутишься на земле, блядь. А, нет, я не завис. Фадике лям. Код что-то маловато, наеми маловато. Наеми, тебя унесла Валька, что ли? Или Валька хватало часто? Она умерла. Валик посерьезнее, ребята, бить посерьезнее, потому что там хватает и хилов, и ДД. И когда их хватает, у нас не хватает ни ДПС, ни от хила не хватает. По валькам посерьезнее надо играть. Лужу разлили, до следующей лужи еще есть 20-15 секунд. Надо валик в этот промежуток стараться слить. Все тут главное были. Не верится, что из одного человека такая хуйня, блядь. Просто все как-то слабенько играть стали. Желтый джаг нахуй верит? Что-то не вижу там желтые джаги. Божественная нет, буря. Я покидаю, короче. Кроме 5 минут прибивайте флоски. Владимир, поставьте третью ауру на лед вместо третьей. Вместо ретро ауры третью. Дайте шкаф, можно. Ебаните шкаф на Йоми, суманите. Фласки на спиле увойду. Дживс есть у кого? Так, на СПД все взяли? Кидайте еще обмен. Так, есть рыбу. Чинитесь, он жив. Давай, поставь микрофон на кнопку, хотя он что-то трещит иногда. Ничего страшного. Нравится. Апокалипсис. Готов? Издержки РЛА называется. Может, мышка кликает. Может, нет. С микрофоном. Давайте, приготовились. По валькам посерьезнее играйте, прям бурсты не жалейте на них, никакую хуйню прям. Их надо разъебывать, пиздец, там люди летят наши, их надо спасать. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ну, просто сделать хилам вот эти макросы, что я хил, блядь, чтоб дуплили сразу ту вальку, да, и да, все правильно, типа, ну... согласен, кстати. Хилы, если это и макросы не сделать, даже просто в белый чат напишите хил, там, эршам. Достаточно просто эршам, эрдру написать. Большими буквами, и все, ну увидим. А еще аддон писал. Ну, с миликов слишком дохуя просто. Да, тоже. Если было бы меньше миликов, то убивать бы было проще. И не разливались бы уже под вальком. С танками, считай, 10 штук. На 2 бы меньше, да. А, тебе? На 5 бы меньше. Я, кстати, что-то понять не могу, почему мы Геру не даем. Мы ее ни на второй, ни на первый не даем, ни на третий нахуй не даем. Второй. Сейчас попробуем на второй дать. Так, Рел не просит, вот и не дает. Да я что-то сколько не хожу, там тоже не дают. Кому-то забывает прям. Гере, ты видишь, что.
Ну, пазлю сделаю, типа. Чума, секунду готовимся. Так, скибиди. Сам себя. Так, до чумы 2 секунды, сейчас ждем, на ком чума, смотрим свой дебаф. Послушай. Смотри, секунды, готовимся. Берегите. Так, после заражения сейчас будет. А, не спел свой. Два процента сейчас переход будет. Все, на край бежим. Шли. Вот эту хуйню увидишь. Сейчас гневный дух появится. Прям отведи его на край, он кружок к себе туда. Все, отлично. Прям подальше, чтобы перед дебалом никого не было. Сам убедись. Вот он. Все, отлично. Там паладины пристыгивают. Поснимайте с танков немоту. Я не могу это делать. Там уже прожаление. Враска, в зиму не заходи, что ты так домашний. Последний дух, больше ДПС. Заберите. Че за хуйня? Сейчас, блять, весь рейд дыхнет, блядь. На край забегаем. Перед ебалом духа не бежать. Три тела, один хуй ловит. Бета-тестер, блять. Перед лицом духа зачем бегать? Я там свалился, блядь. Я не понял. В другую сторону в следующий раз беги. К спине духа, а не к лицу. Подвали Герод этим. Давай, давай сейчас Геру. Хули ебаться, блядь. Геру ебашим его ешим. Быстрее этих разобьем. Осквернение 5 секунд. 5 секунд, разбегаемся. Валик издалека уешь. Милики ушли уже из-под валик. Вот, осквернение сюда, а мы сюда. Блять, хилы не вывозят, пиздец. Быстрее захиливаем. Гера же, блять. Все, лича бьем. Сейчас вальки одновременно с осквернением будут. То есть уже сразу можете здесь на рынке стоять. В этот круг центральный не налейте лужу. Лужу за кругом оставьте. Как вот эта лужа лежит первая. Давайте готовим. Сейчас схватит. Как лужу увидите, где разлилась. И сразу идете валик все бить. Все в одну точку идем валик бить. Все, идите сюда, все сюда. К двум валькам лича веди быстрее, пока он не стоит. Лича веди, миликам надо уешить больше дамага, нахуй. Теряется ДПС. РДД ту одну добили, милики две вот эти кливы. Надо использовать активнее возможности, блядь. Осквернение. Не, босс. Хорошо, значит уфолог. Этот самый. Вышли все с центра. Танки тоже вышли. Сейчас сначала лужа, потом возвращаемся в центр. Осквернение секунда. Вышли все. Вот осквернение, ушли. И идем в центр. И идем в центр теперь. Вот здесь в череп, квадрат, в черепок встали. Сюда через портал полетят две вальки. Три. Сука. Тут всех хватает, звездочки, да. Вот тут всех хватает. Фулл АУЕ просто дали. Фулл АУЕ в это говно. Просто осквернение 7 секунд. Уже по вот так вот разбежались по сторонам. Захил заражение, заебись, ебашит. Фулл АУЕ валь, пока они с личом летят. И с личом тоже из-под валик уйди, танк на тебя тоже лужа может кинуться. Все, теперь идем обратно бить валик. Сильнее уешим, блять. Быстрее валик разбивать, еще за хуйню. Долго бьется, пиздец. Голову держу.
Так, перетаунтите ножницы лучше, что не прохиливают хилы. Да, смотрите, чтобы вас не сложило. Так, сейчас, значит, встаем сюда же, Лича, в центр. Также вальки хватают, потом разбегаемся. Как схватит, разбегаемся. Лужу разольем и потом уже под валик бить идем. Так, осквернение, разбегаемся. В центре, прям сам с центра убегите. Сейчас валик бьем. Он не в... Идите сюда, к двум валькам, вот к этим Лича веди. К двум валькам, стан валькам. Full DPS по валькам. И Лича, и валик одновременно бейте. И переводите, и бейте. А вот это что, это лок? Хорошо, лок. Лока не бить. Давайте только две вот эти бить. Все, нас разбивайте. И Лича переводим. 4%. Полечу больше. Уже валька почти мертвая. Полечу сильнее. Осквернение 5 секунд, разбежались. Разбежались. Осквернение ближе к центру. На край потом нам возвращаться надо. Кличу. Кличу. 1%. Кличу, бежим. 2%. Кличу, бежим. Здесь переводим уже. Вызов вальки 5 секунд. 1% перевести. Лок потелепортировался. Вот тут собираемся. Так, Лич в край побежит. Т4 давай. Т4 давай. На край. Мастера урна лед, всю хуйню. Тучки, блять, прожались быстрее захилим. На край забежали. 4 духа сейчас. 2 ШП и хант играем по сферам. Сфер сейчас 2 раза больше. Духов бейте. Не сорвите агро. Из-под лица духа ушли. Уходим отсюда. От кружка из-под лица ушли. Все. Значит, пока. Лича ждешь на краю здесь. Не бежишь к нему, а ждешь здесь. И хилы, вас пятеро. Постарайтесь одного человека будет случайного брать в комнату. Мы потом скажем, что ему сделать по ходу дела. Его надо захилить, не проебать. Интер, дайте по скибине. Так, и гимномару читаю. Все, все друиды индеры раздали там по хилам, кого, на кого бог пошлет, блять. Все раздали, все индры. Хилы были охуенные. Все, второго духа заберите. Забегаем. Сейчас еще одну сферку добьем. На краю стоять, не бежать никуда в центр. Все, в духов играем. Сначала духи, потом лич. Ну сука, ну как так? Сейчас челика хватает кого-то. Меня хватает. Тучку. Блять, КД тучка. Хорошо, захиливайте. Все. Духа убейте. Эрельте там. Я не вижу ничего. Переводите сразу, зашли, сейчас будет осквернение. Ждите в центре, чтобы осквернение разлить. На центре. Разбегитесь и ждите сейчас. 5 секунд. 4, 3, 2. Осквернение. Побежали дальше. Дальше побежали быстрее за танком. Чего вы стоите там? Маша. Че, вы живые? Ловите танками. Один танк. Два хила сдохло, на. Стреля есть, кстати? Андрей, дай бэпу Маше. Сюда перебежали быстрее. Мы вышли в центр, осквернение 4 секунды. Осквернение. Ну, Фола, побежали дальше. Босса. Я половлю духов. Давайте, залечем уже. Звездочку встали. Залечем. Звездочку. Встали, развернули босса, а пока ловят. Два танка захиливаю. Прохил там. Хилы, кастуйте волну там, не цепухи вот эти, блядь. Сейчас заражения нету. Захиливаем цель. На Йоми. На Йоми захил. Нормально захиливаем. Бежали в центр. 4 секунды осквернения. Еще могу половить у фола танча. Все, беги туда, к Личу сразу перед Личом бежит. Ой-ой-ой, блядь. Полога поднять. Апокалипсис танчишь. В тучке похлопаю. Духа, словите кто-то. Блядь. Я половлю. Я похлопал в тучке. Так, у кого там сейчас БР есть? А, у фолога резко. По фологу быстрее ребаб дали весь. Так. Выбежали, сейчас будет уже осквернение. Быстро баб дал осквернение, отбежали от него. К Личу бежим. В морду Лича встаем, чтобы духи... Еще одну геру нажали. Точнее, в спину Лича встаем. Поворачивай Лича. С жопой поворачивай. Вставай жопой к духу, кто там танчит. Вот. Я их хочу встать. Вот, отлично. Маска под спину Лича. Ну, пожалуйста, бля, зайдите за Лича, зайдите. Хули вы сбоку стоите прям? Прохил не Леша. Сейчас будет осквернение 2 секунды. Разбежались быстрее.
Сука, кайтесь, кайтесь. Этот, незыбку отдавай, незыбку. Все прожимки отдавайте. Я затаунтил, заберите на себя. Хорошо. Сейчас он уменьшится. Сейчас он уменьшится скоро. Сейчас, там еще промах. Все, добивайте. Все. Прям здесь добивайте. Брустет, давайте, на мне скринить выбежали. Какое осквернение сейчас уже вон добили? Блять, всем рейдом осквернение. Всем все добить. У меня одного зависло. Короче, я скажу один вердикт, смотри, короче. Без хэпала, хуёво. Типа, танчить в одного, хуёво. Надо ретаунты делать и насадки. Прям, блядь, то меня практически шотает, то, короче, практически этого покала шотает. Да, конечно. Ну давай посмотрим просто, чем хилы хили, да и всё. Ну, допустим, да взять... не, там без хэпала все равно тяжко. Не, я тебе так... Не, там мне 58 кап прилетало по два раза, понимаешь? Просто цепное, это одно, блядь, это не хилка, блядь, это ауе хилка. Вот он топовый хил, 1000 хпс, мы пали. И танка не захилишь, нахуй. Ну, ордру там все понятно, как бы. Нет. Вот это вы салатин, что типа надо, чтобы кто-то типа ебашил большими. Но типа сам факт того, что типа без хэпала, вот и в одного танка без ретаунта вообще тяжко. Да тебе еще другая Андрю привычка у людей. Они стали, бля, по бокам этого лича и стоят, блядь, нахуй. Ну. Не чтобы эти краи стоят. Ты не понимаешь, я стою там, потому что если на меня летит дух, я притворяюсь, что на меня не летит. Какие проблемы? Да на тебя вообще никто еще не говорил. Слушай, раз, я подачу, прижу тебя, блядь, ты везде открываешь рот. А я здесь, а но я там, блядь, а я здесь, а я ты там. Ты говоришь, люди на краю стоят, ты либо не обобщай, либо говори. Это, секунду, нахуй. Раз, во-первых, про тебя речи не было. Там стрелян конкретно сдох, еще несколько людей там. Это сколько ЕП там, напомните, блядь, давайте. Конкретно по Враске ты стоишь, дух на тебя агрится, и он сплитается от всей пачки. А он с другой стороны летит, понимаешь? Он может залететь и в рейд, и... А можете сундук не лутать пока? Лутанули. Этот самый. Давайте сначала с ЕП, с лутом разберемся, потом будем пиздеть. Сколько ЕП давать за эту хуйню? За проф и за лича. Я вот сейчас ЕП не тогда. Что, Саша, ты тут? Сколько там? 200 давали, да, за босса. Давай 500 дам, нахуй, да и все, блядь. Ну по 200 за каждого, да. Да, блядь, откройте ЕП ГП и посмотрите, сколько он вчера давал. Все, 500, нахуй. Так, теперь поехали лут. Так, значит, Теренас выпал. Ставим на Теренас. Осколок есть там? Нет, не вижу. Ладно. Нет, только ДСК. Так, что это? 11К уже ставит или что? Полинор 11К поставил? Я подумал, то вот 10К он поставил. Ты 11К поставил, Полинор? Еще не могу понять. 2,5. 1. Полинор по максимуму, да, ведешь? Не стесняйтесь, ставьте, сколько вы максимум даете, Полинор забирает и все. Скибиди 12 тысяч, да? Полинор ставишь больше? 12 500. Хорошо. Все, отдаю Полинору. Полинор. Так, минус 12 500 сейчас. 12 500. Так, следующее, Митриоз. Про топалы, про товары, там на успех кому надо там. 10 на уф. Ну, ДКшники такое себе. А что там упало? Я думаю, блять, хуй знает. Тебе оно точно надо? Это хуй-то. Да я на ручке ФДК пошел танчить. Петя, тебе надо эта хуйня? Ну я ФДК буду делать, когда у меня будет 4 на танке. А. Я думаю, Петя из тех людей, которые, ну, лупить ему надо, он типа берет. Если не надо, ладно, он не берет. Ладно, и пошли дальше. Все, пускай забирает. Хорошо. Так, на оф еще сливайте ЕП, ну нахер. Где ДСТН 300? Ой-ой-ой, что-то не понимаю. Где ДСТН, где-то убить. ДСТН. Блять, ебаная. Это хуйня, все. Прыгает туда-сюда, ну, без 300. Так, дальше. Токен покорителя. Так, это мы уфологу даем сранит. Я закинул там сумку сранит. Да.
Так. Петя косарь. Больше никто не ставит, да? Петя отдаю. Где ты там? Петя. И этот, второй такой же. Пока посмотрите, кто там больше поставит. Так, пока Петя минус 1000. Марсес, тебе на мейн надо? Даже никто сейчас еще из магов не одевает, короче, это 10. Так, апокалипсис, Марсес, так кто в итоге с вас? Давайте быстрее раздупляйте. Там Марсес пусть забирает, я потом выбью. Это мне пока не горит сильно, второй токен. Так, Марсес. Погодите, так вы на офоба, что ли? Нет, я хочу 2Т10, 2Т4, пойдем попробую тестить. На мейна? Хуйня. Ну да, да. Ну тогда, ну ладно, касать так касать, все. Хочу посмотреть, что дальше. Дураться не буду. Покрал хуйня. Там мне тоже кажется, ну блядь, с этой лужей понять, как ее нормально кидать, чтобы и рун не тратить, и в КД она, блядь, тоже 20 это, секунд. Ребята, рейд до проноса закончен, давайте обсуждать, кто там что хочет. Я умолкаю, блядь, ставлю на активацию. Ой, блядь, на кнопку. Пока у тебя 4Т4 дает бонус урон удару сердца после каждого урона. Знаю. Тебе бесполезно менять его на тадичку. Чё, сразу перебашим к этому, к зломану, с умом. Давайте топайте в зломан. У нас тут перекур, там будет 20 минут, 10 минут перекур. Так вы скажите, кто чё идёт там. Давайте пойдём. Да чё, блядь, кто встанет, кто и пойдёт, нахуй.